Всем приветик. Сегодня у нас первый раунд плей-оффа. Так, оба игрока готовы. Запускаю карту. Открывает сегодняшний матч между командами Team Skill Capit, второй состав, и HTT Houkaga Tia Team. Игроки HTT Almand, он же Angel Eyes, и TSK Badur. Бода, наверное. Бедер. Не знаю, короче, как читается. Вот он в зерк и больше всех в своей команде принес очков. Так. Продакшн включил. Включил. Карта у нас Overgrowth. Сверху снизу у нас респаунится синий Терн. Команда HTT. HTT Almand. Сверху справа. Красный зерк. Команда TSK. TSK Border. Border. Типа такого. Вот. Чуть ли не профейлили сегодня. Вернее, я не профейлил сегодня КВшку. Не успел проспал поставить эти самые лайнапы. Но слава богу. Подстраховочка не подвела. Все нормально. Они тоже затупили, но кланвар был спасен. Вот, я вмочил кофе. Я надеюсь, не засну больше. Так, летит овер, летит овер. Я так посмотрел немножко историю матчей. Зерга там 14-14, он катает в ПВЗ. А везде, где я не кликал, там везде у него ПВЗ. ПВТ я так и не нашел. Вот, а пошел газ-барак. Пошла хата. Все-таки 14 хата, 14 пол, видимо, будет. Так, я забыл написать в Твиттер. Тирин, пирин, пим, пим. Так. Так, HD Game. HD Game. Меня все влагает как-то. Тик-тик-тик. Ну, в общем, что у нас тут? Бежал Рипер. Рипер бежит, увидит хату. Пул с газом. Так, прибегает Рипер. Так, так, так. Все увидел, в принципе. Подмикрывает зерк собак, не хочет терять, правильно делает. Так, увидит, что мул заказан. Так, еще раз забегает. Ой-ой-ой-ой. Помер. Помер Рипер. Так, тут бункер возводится, цеха снизу. Блин, голимый твиттер полагает, что-то не могу написать. Ха, лол. Так, HTT Game RSTL. TSK. Говно какое-то.
Короче, хрен с ним, с этим твиттером. Потом напишу. Так, тут два марика делаются, гелиончики. Будет, видимо, большая. Судя по пристройке, да? Зерг, в свою очередь, не строит армию. Сейфовый такой спайн. Своего соперника он тоже нифига не скаутил. Стеночка тут заказывается. Тут, по-моему, тоже место под три. Под трех. Трех это. Трех ячейковое. Трех квадратное здание. Дырка под квину. Так. В общем, собаки разведали четырех геликов. И зерк может принимать какие-то действия в связи с этим. Ман пойдет проверять третью хату. Бадер заказал псов немножечко совсем. Вот они. 12 штучек. Уже есть лейер. Нарезает тут личинок алмант. Собаки не спешат бежать навстречу своей смерти. Тут с инвизом будет банши. Не дает он производить юнитов на эту нычку. Так, собаки что-то задумали. Еще 4 гелика. Ой-ой-ой, 2 гелиона теряются. Спалил большую ишь причем. Так, мы пошли сразу в спорки, да. Тут шпиль даже пошел сразу. Шпорка только одна делает почему-то. Так, вот вторая пошла. Ой, тут пуш с хелбабами. Пошли хелбабы. Так, что тут у нас? Квины, наконец-то. Как же они медленно бегают, конечно. Это жесть. Так, уже есть тут просветка. Надо не терять баншу. Ну, потерял. Два марика подошли. Злобные марики. Не контролит алмант. Сейчас потеряет все нафиг. Но тут зерк тоже что-то не контролит. Умирают квины. Зачем он прожал инвиз, уже непонятно. Там же рядом есть этот злой оверсир. Так, еще квина подойдет. Да, сейчас подойдет квина еще одна. Ну, вроде успевает добить. Но если только микрить будет. Ну, не микрит. Один выстрел не хватило. Лол. Да, печально. И сейчас тут пробегают собаки, а тут дверь открыта. Ничего нету. Ну, и это ГГ, как я понимаю. Потому что тут вообще ничего нет. Да, это ГГ. Счет 1-0. Блин, что-то у меня все лагает. А, надо это парашют позакрывать. Так, позакрываем все тут нафиг.
Так, Deadwing. Так, допустим, я в Твиттерок. Так, он вроде как готов. Так, ну поехали. Так, сейчас я поставлю счет, как раз так только загрузится. Карта Deadwing. Ой, что-то прям сразу лаг. Или это я завис вообще? Норм. Норм. Это хорошо, конечно. Это хорошо. Надо сразу висеть. Правильно, правильно. Так, ну я надеюсь, они вспомнят, что надо перезапускаться, когда офф-кастер вылетает. Если нет, тогда придется дурака валять, пока не доиграют. Nice. Nice game, Blizzard.
Ну, быстренько все возобновили, вроде как. Поехали. Так, грузилась карта. Чё, меня опять что ли выкидывает? Лол, ну это вообще... Просто лол. Ну пусть будет без геймхарта, что ли, тогда. Чай это ты ищешь, что ли? Вот чем вот он сейчас занимается? Грузкой чего? Ну, все работает вроде. Капец полный. Там же вроде бы этого чувака приняли на работу в Blizzard, который геймхард сделал. Чего он не может все запилить? Фу, ну с третьего раза, я надеюсь, получится. Бог любит троицу, ля-ля-ля, тополя. Во, все работает. Круто. Как я сделал все, а? Все нормально. Тык-тык-тык. Окей. Карта грузилась. Дедвинг это. Сверху слева. Игрок команды HTT. Радикал. Зеленый терн. Спаунится. Снизу справа. Синий зерк. ТСК Бадер, который принес первое очко своей команде уже сегодня. Карта большая, макристая. Собакам далеко тут бежать. Первый оверлорд летит на ближний по воздуху. Второй сюда куда-то, да?
Где твоя точка? Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Не вижу, что-то куда он летит. Интересно, будет ли такой же опенинг? Так, надо поплавнее поставить прокрутку. Ой, так что-то вообще. Надо 10 поставить. Пошла в хата ферст. В прошлой игре. Походу Турция за ферст. И разведочка поехала. Что-то работает. Лол. Ух ты. Что-то все равно геймхард работает, типа. Интересно. Так, ну, в общем, Терн проезжает и не обнаружит никаких зергов тут на ближних по воздуху. Зерг скоро обнаружит отсутствие Терна, в свою очередь, на ближних по воздуху. Ну и со второго раза найдется зерк тут. Бункер достроился. 50 газа добыто уже будет к тому моменту. Хотя нет, смотрите, немножко не хватает. Через мув собакам будет играть опять, наверное, зерк. Смотрим, так, что, пошел? Нет, нашел Мариков, решил сделать немножко. Так. Газа уже больше, чем на мув. Бункер сейфовый закладывается. Орбиталка почти достроилась. Мув пошел, смотрите-ка. Оставляет всего одного дрона на газу. Зерк. Выживет ДКСМ-ка. Марики спасают. Умирают оба. Обе собаки. Остается, по-моему, две штуки всего у зерга. Вот они. Факта уже достроилась почти. У радикала. Мух на половине, в свою очередь, у зерга. Пошла третья хата. Смотрите, какая быстренькая. До 6, до 7 минуты. Так, фактапер летает на реактор. Барак строит лабу для космопорта. Надо, наверное, ловить овера или нет. Не, овер пока не готов умирать. Так, и этот, куда он там послан? Да, вот этот будет про... на разведку. Туда-сюда дрончики бегают. На газок пустил. Сейчас прилетит овер. Будет смотреть, что там делается. Там такой жопенник, смотрите-ка. Так, овер увидел. Выпрыгнули марики. Но овер уже спалился. Ух, я помню времена, когда фейчили инвиз баншам, строя это реактор для медваков. Было забавно. Так, гелионы зачистили ближнюю кселнагу. Так, пошли в заказе спорки сразу заранее. Три штучки. Крип-крип-крип тащится. Четыре гелика пошли. Так, большая полетела. И шпиль в заказе. Так, и смотри, Берингов это раз заказывает.
тоже, видимо, боится такого же пуша, как в первой игре от Алманда. Пошли такие опасные криптуморы. На грани фула я бы их назвал. Ну, тут видите, овером и не боится совершенно. В этом причина такой уверенности. Так, что тут продолжение? Какое у нас банкета? Steam заказан. Три, еще два барака. Рейкал не спешит воевать. Боевой лимит чуть-чуть побольше у Тирана. Количество рабов одинаковое. Практически. Подходят марики. Они, наверное, должны прогонять оверлорда. Так, квин гоняет уже по полной. Гиллионов и баншу. Их тут миллион, видите, три штучки гоняет. Плюс один на атаку пошел мутом. И смотрите, 700 газа уже есть. Занимает третью локацию. Тиран. Арсенал достраивается. И решил дропнуть немножко мариков. Мешает им в игре, смотрите как. Ух ты, вообще крип жесткий тут. Сверх жесткий крип. Ой-ой-ой. Нельзя драться. Так, высаживается тут дроп. Отвлек он немножко серга тут. И может забегать прямо в палит муту. Пошли туретки сразу автоматом. Мута возвращается отбивать дроп, да? Да. Ну тут, блин, мощно. Сейчас шпиль заберет. Он не успел доделать грейд. Ну, что-то, блин, плохо. Чуть ли не потерял. Потеряю сейчас в медеваке. Вкусить надо мутку. Я ему так не закусил, ну ладно. Спорку не добил немножко. Ну, блин, урон неплохой. Забрать этот шпиль-то, да? Правильно, правильно. Туретки есть. В продакшене туретки нет. Продакшен еще надо построить. Так, и летят муточки. Мут 8 штучек. Плюс один атаку им так и не вышел. Не судьба. И тут какой-то пуш с минками пошел. Мут будет залетать на натурал скоро. Так, так, так. Мута, мута, мута. Залетает на натурал. Видит туретку, убегает. А тут смотрите, какая раскладочка хитрая. Только я вот эти две минки бы засплетил. Мута, в общем, забыла. Что-то опасная тема. Ой, вообще жесть. Это вообще жесть. О, еще и туретка. Ужас какой. Ужас просто. Ой, сейчас баба будет. Бах. Ой, сейчас вот friendly fire был. Ненужный. Блин, ну сейчас надо тащиться, да. Лезет, наламывается зерк. Воспользуется тем, что перезарядку. Бах. Но там не все минки кончились. Ой-ой-ой-ой-ой. Спорка прям решает тут. В общем, убил всех рабов только. Третий или я он их отвел? Сейчас надо посмотреть. Нет, не отвел. Ну, в общем. Что нет, смотрите. Все равно одинаковое количество рабов. Непонятно, что достиг, в общем. Тиран. Немножко так побольше у него потерян. Но тут дроп. Дроп, может быть, нет, он в этот раз не заберет, он шпиль не успеет. Просто погонял рабов. Зерк. Ну, тут остались минки, видите. Зерк, походу, не спалил, что тут минки. Блин, на... А, вот они. Ну, по-моему, одна успеет перезарядиться. Даже две, походу, успеют выстрелить. Они что-то толстые какие-то. Бабах. Ну, что-то не добили, кстати, смотрите. Квинута. Хотя там был и
сплэш и прямое попадание, по-моему. Так, мута все никак не может с мейна отойти. Опять тут закапывает минок. Опять пуш из этой же позиции. Марики мины чисто. 3-3 в продакшене уже. Что у нас тут по гридам? По гридам. Впереди Терн, очень прилично причем. Верга плюс 2 не скоро будет. Тупо Марик, тупо собаки в продакшене. Опять передрапывает наверх. Контролит мины Тиран. Бах-бах. Ну тут засплеченные собаки хорошо зарешали. Но все равно размениваться не в плюс. Тут зерк. Еще остается немножко мариков. Можно подфокусить мутку. И внизу даже марики остаются. Потому что они жесткие. У них два на защиту есть. А мутка вообще без грейдов летает. Подходят еще войска у Терана. И Г. GG, короче, думает, что уже это не вытащить зерк. Что становится 1-1. Ух ты. О, прям тут позвали на какую-то лигу с пролиговым форматом. Круто. Тык, 1-1, пойду напишу, что осталось. Вот что-то набежали чуваки у них. Так, не забудь в эту штуку залезть. Так, Каталена.
Там Протос, походу. Что-то пот. Короче, вот предыдущий был чувак, который у них топ-1 по победам, да, на играх. А этот чел. Второй. Твилайт Блинк. Чувак решил все-таки не тупить и смотреть стрим. Так, готовы. Стрим решил смотреть. Правильный выбор. Карта загрузилась. Каталена. Сверху. У нас на часе зеленый тира наш радикал. Снизу справа на 5 фиолетовый протос ТСК Никус. Что у нас 1-1. Это БО7. Первый раунд плей-оффа 3-го дивизиона. Блин, колено. Карта.
Тик, пошел, пойдет сейчас барак. Кит. Пошел на разведку. Угадает или нет, куда он подправил? Сюда. Нет, не угадает. Я помню, тут какие-то адские трюки вообще с реперами были. Когда только эта карта появилась. Там какой-то был штука, которую можно было обузить. Так, газ вышел. Видимо, будет репер ферст. Но я не уверен. Так, второй пилон на базе, это уже хорошо. Кибернеточка. Второй газ полную силу заработал. Так, сначала тоже ошибается с разведкой Тиран. Не в ту сторону едет, а Рипер едет в ту, куда надо. Приехала пробка. О, не дают ставить реактор, смотрите, как мило. А реактор все равно встал. Лучше бы он заскаутился цеху. А, не, он заскаутился, да, все нормально. Тогда все нормально. Блин, пошел только после того самого. После Нексуса. Так. Рипер прибегает, огребает сразу щей небольших от мамки. Скаутит. Натуральный Нексус. Тут уже будет готов скоро сталкер. Что-то он буст кинул в... Ой-ой-ой, supply блок у Протоса. Ну, там не такой важный прям, ну, как бы... Лучше, конечно, строить рабов, чем не строить, правильно? Тут готов уже факта. Только сейчас выходит из supply блока Протос. Марки штампуются, миночки. Старпорт. Так, Рипер забегает. Видит форж. И он убегает без проблем. Все проскаутил. Молодец. Твилайт консул пошел. Несмотря на supply блок на один. Ой-ой-ой, а вот рипером бы если проехал туда, был бы четко. Так, ну в общем, что у нас происходит? Тут марки копятся с минкой. Сейчас вылетит первый дроп. Форж. Бустит плюс один на атаку. Два гита доделываются. Рипер смотрит выходы. Делаются пробочки. Ой, я продакшн таб забыл. В общем, очень халявно играет пока что Протос. Вот лимит боевой сам говорит сам за себя. Если прямо сейчас дропать, то чуть ли не победа, блин. Так, бежит дроп. Плюс один доделается. Ой, фотонка выходит. Не очень неожиданная фотонка. Забегают марики в рабов. Забрали уже несколько. Так, и сейчас заберет мамку, походу. Немножко я дофокусил. Добирает мамку. Минки дропаются. Так, надо бы медвак подмикрить. Ух, как достал. Еще дроп долетает.
Ой-ой-ой, оранжевые фотонки, походу. Неприятно. Так, еще дроп. Ой, пока тут нельзя вы пройти, наказывает натуральных пробок. Бабах. Минка разрядилась. Вкусить дохлых сталкеров. Ну, микрит неплохо, зерк. Ой, протос. Сейчас кулдаун пройдет у минки. Боже, блинка готов. Бабах. Ну тут, по-моему, очень хороший урон, но как бы по минералам как бы не так это видно. Но убил очень много рабов, по-моему. И тут сюда еще осталась одна минка. Кстати, может быть, успел бы кинуть скан, лол. Так, ну, Терну в свою очередь все хорошо. Сами как бы вот этот продакшн тап, о чем говорит, да? Сколько всего тут делается у Терна, сколько всего не делается у Протоса. Но за что и любит Протосов, что они очень эффектные, я бы сказал. Да, вот идут сталкеры, блинк-сталкеры, что важно. Есть две базы типа, да, три гейта. Но тут есть Steam, как бы, да. А нет, еще нету, тогда это проблема, может быть. Ой-ой-ой, не очень удачно. Так, фокусит он конкашев. Просканить надо. Прям тут топ слетает. Не под контроль. Ну тут, короче, каждый потерянный сталкер очень дорого стоит. Так что, не знаю, как-то уже, мне кажется... Опс, опять подлетает. Ай-яй-яй, немножко не добил. Печально, смотрите, уже намного... Ой-ой-ой. Медвак чуть ли не теряет. Ну, блин, готов. Главное с тем, что готов. Прогоняет тут Протоса Тиран. Занимает третью. Там РББ почти доделался. Дополнительные фотонки. От дропов. Ну, что-то опять supply блок тут у Протоса. Ой, что? А, нет, это на третью он переводит. Я уж подумал, пул. Пул ребят пошел. 9 сталкеров бегают тут. Развлекаются. Сейчас кто-нибудь проб зайдут, наверное. Зайти, вернее. Так, опс, контролит, что тут тирана нет. Опа, уже успел убежать от выстрела минки. Убил бедного Марадуру. Так, пилон сейчас запалил. Так, 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 опять обходит тут оппонента. Ой, как какой неудачный блинк. Много скаутеров теряет практически все. За одного этого СЦВ всего-то. Печально, печально. Добавляются гиты. Плюс 2 доделывается практически. Терн, в свою очередь, в плане гридов не очень хорошо все стоит. Гост Академи на всякий случай заказывается. Ну там как бы колосса, надо его просканить. Так, сталкер опять развлекает. Сейчас дотекание, я думаю, разберется. Не выживем все мувить обратно. Хорошо так развлекает оппонента Протос. Но я думаю, вот сейчас вот с этим можно окликать практически. Тут немножко зилотов. Вот лимит, смотрите, да, в 3 раза больше лимита у Терана. Нужно просто тут поставить бункер и все. Смотри, сколько тут бараков. 1 000 000. 8 штук бараков. Это вообще... Принес торпор второй добавляется. Полетел дроп в ней, в часть карты, где тень. Сканчик.
Два кокоса. 3 сентри я вам успел сделать, кстати говоря. И смотрите, не покрывает руба. Кусок всей армии по классике идет драться. Пишет GG сразу же. Короче, понятно. Так, ну ладно. Уже три сета. Так, кончено. Счет становится 2-1. Блин, колено не прокатило. Мне в какой-то веке удалось пронгановать, что будет блинк. Так, регусь. На этой лиге новой. Так, ну да. Я опять затупил. Короче, всем хороша клавиатура Logitech, да? Но. Что-то у нее с приложениями как-то фигово стало. С программным обеспечением, то бишь. Как-то фиговато все. Раньше это лучше было. Какая-то вот программа, как она называется? Logitech Gaming Software. Вот, она вот раньше была не такая модная, а немножко похуже. И она намного лучше работала. Так, о, StarCraft аккаунт, надо идти искать. Четыре, четыре, пять меточка. Тик. Четыре, четыре, пять. Country. Пишем мрашка. УП. О, Раша. First name это я не буду вам ничего заполнять. Пошли вы нахер. Семьсот восемьдесят. Пим-пим-пим. Надо везде прожать кнопочки. О, отлично. Так, your account has been created. Но не activated. Сейчас будем еще на одной потной лиге играть. Пси-лига, мы на ней вроде играли как-то раз, но
Не помню, чем там закончилось дело. Или я профейлил, не помню, короче. Что-то я помню про нее. Так, опустили. Так, ну, в общем, карта у нас загрузилась. Карта у нас One Research Station. Счет у нас становится. Два, один. Вот, снизу у нас на 6 часах респаунит зеленый тиран. А 6... Ой, ё-моё, я перепутал. Ой, всегда радикал обычно зеленый, а тут товарищ Лукас Эйдж из команды TSK стал зеленым. Вот, сверху у нас, в свою очередь, радикал. Он в этот раз синий. Я буду путаться, кстати говоря, наверное. Я уже привык, что он зеленый постоянно. Так, и у нас потная ТВТ. Потная ТВТ. Вот на ТВТ. Радикал открывается с газ First Barack. Тут то же самое. По-моему, все вообще симметричненько. Такую зеленую просто что-то. Ой, зеленую тиран чуть пораньше все, по-моему. А, ну у него и барак попозже. Понятно, я просто посмотрел по таймингу рабов. Что-то не то. Что вообще не боится за счет насчет своего кармана радикал. Если я был термин, я бы боялся. Так. Ух, смотрите, прям с места в факту. Радикал, в свою очередь, с места в ЦЦ. Надо эту садомию спалить, как бы. Прокликал он факту или нет, интересно. Так, ну, в общем, как видите, разительные различия в билд-ордерах начались уже. Смотрите, хитрая ловушка для риперов. Риперловка. Как мышеловка, а это риперловка. Вот так, бежит рипер через ктелнагу. Ох, ё-моё, тут 1-1-1, это вообще пушка. Лол. Опять supply блок. Ну, это просто жесть. Я вот так сказал. 1-1-1, это полный пот. Надеюсь, не надо говорить, что если чувак спарит, что тут 1-1-1... Это не очень хорошо. Рипер помер от Елеона. Сейчас будет передроп с Елеоном, видимо. Надо было сразу сюда ехать, короче. Ну, в общем, там как-то все мне не очень нравится. Самопорт пошел. Короче, очень все фиговенько, я бы сказал. Фиговенько. Идет начальные. Если играть в OneBase, это вообще жесть, сложно как отбиваться с двумя ТЦ, мне кажется. Сейчас или он мимо пробежит, и все. Так, минка еле успела докопаться.
Бабах. Минус 1 гелион и половина хп второго. Что радикал очень уверен, что там какая-то фигня такая. Моряки нарезают. Что-то ничего вообще не достиг. Тут зеленый тиран. Ну и как-то я не знаю, что теперь делать. Пошел ЦЦ зеленого тирана. Блин, я думал тут пот какой-то, а тут что-то как-то не пот вроде. Два гелиона, четыре марки сидят в медеваке. Дерутся тут. Без медеваков могут быть проблемы, но их нет. Один медевак сдох прям сразу. Еще один медвак. Так, скаутит что-то тут тирана. Радикал. Лукас Эйдж. Вроде утихомиривается насчет своих пушей. Да. Никакой ситуации у него плоховатая. Сказал. Радикал давали два барака. Сам идет дропать. Гелиона теряет. О, танк есть. Танк это круто. Инженерка. Так, дроп что тут делает? Тут что-то он прям под туретки закопался. Минка, лол. Ну, тут туретка, по-моему, сдохла. Да, это так. Интересно мне следующее. Будет ли получать сплэш дэмэдж летающее здание? Ой, сейчас бабахнет минка и умрет этот медевак. А, нет, что-то... Куда она бабахнула, я не понял. А, она не перезаряжена. Я понял, что я лоханулся. Хотя нет, она не бабахнула. Что я вообще не понял, что произошло. Пошла туретка вторая тут против дропов. Что-то два медвака пустые полетели. Что за лол? С биндами я побудился. Так, уже второй даже. Танк есть. Построил тут два барака. Один перелетел сюда. По полу уже тут добывает синий тиран. Лимиты многозначительны. Ну что-то как-то уверенно играть радикал. Надо бы туретки ей на всякий лучше поставить. Туретки доделал такое. Хороший юнит, говорят. Прям посередине воздушной этой туннеля встает тремя викингами радикал, чтобы предотвратить всякие дропы. КСМ-ка пробегает мимо Марика. Тут Марик что-то тоже палит. А, ну у тебя так контролит все воздушное пространство практически. Тут надо по на патруль, да, правильно. Ой-ой-ой, смотрите, думдроп какой-то дикий. А викинги тут уже на патрулере катаются. Вот это прикол. Так, что-то у нас с бустом. О, буст пошел. Печалька. Бабах, все равно добил. Все, сдернул тут радикал. Всякий случай. Ой-ой-ой, тут толпятся с КСМ-ки, смотрите. Ой. Короче, у него тут сбились. Пинды, смотрите, сколько стоит.
откуда у нее бензобилиста, кстати. Вот отсюда. Она не просто тут стоит, тусует. В итоге у него будет тут очень много. Тут, короче, тупит. Еще, походу, выход будет. Зеленый скан. Пошел. Сенсор Тауэр. Подъел сразу Марика немного. А, нет, он пошел проверять к Селнагу. Ой-ой-ой, обидно. Столько, блин, пробок стояло. Занимает третью, тут зеленый Терн. Так, что у нас по гридам? Гриды одинаковые совершенно. Только сейчас у Радикала доделался плюс один на защиту. Прям буквально сейчас. Прям, вот они. Такие гриды. В следующем экспаншене, наверное, и Steam отменят. Ну, вместе с Сиджем. Тогда вообще ничего не надо будет делать Терном. Просто строишь Мариков и идешь. Пушит, короче, прямо в лобешник. Я думаю, это зря. Ну, Радикалу виднее. Он у нас Терн, а не я. И он больше ТВТ сыграл, соответственно, чем я. Ну, в общем, да. Пропушил он тут все это дело. ТТХ умирает. Еще один скан. Что тут засели в Марике? Ой-ой-ой, там какой-то дроп был хитрый. Чуть ли не подохли все танки. Хитрые мовы теранские. Какой-нибудь, блин, злобный зеленый теран-то, да? Занял третью раньше намного. Ну вот видите, поплатилась тут такую штуку. Ну, в общем, он разменялся хорошо. Просто он не мог сделать лучше. Ой-ой-ой, сейчас еще викинги будут тут кошмарить. Будет медленно подкладывать свои танки. Третью занялась. В продакшене 2-2. Но в любом случае он может кинуть просветку и бабахнуть этот танк. Бабахнул танк. Ой, тут всех танки краснючие. Ну тут смотрите, блин. Supply limit охренеешь. Friendly Fire подохли. Два танчика. Ну тут пошел дроп, смотрите. Прям мимо Sensor Tower. На пофиг. И ЖЖ пишет. ЖЖ пишет Lucas H. А вот нет. Если EMP кинуть, по-моему, в цеху, то у нее, по-моему, пропадает мана. По-моему. У меня такое впечатление, по крайней мере. Так, это было в ванне. Все, у меня сдохла клава, нет, не сдохла. У них Джокер.
Так, create team, темным. Хукэго тиа тим. Хукэго тиа тим. Контакт. Шти. Join password. Веб-сайт. Не буду писать веб-сайт. Что-то пацан забуксовал на моменте про Game Privacy. Так, спускаем. Так, короче, я скинул там в конфу ссылку с сайта, надо зарегаться, короче. И пароль на вступление в тиму. Там новая лига начинается. Пси-лига. Будем играть. Так, опять так, радикал зелененький. Что-то я поменял. Так, походу, мне до сих пор никто не сказал, что у меня, походу, звука нету. Молодцы. Молодцы. Звук теперь появился наконец-то. Так, сверху справа на в двух часах респаунится зеленый тира наш тити радикал, который принес уже 3 очка своей команде и идет на укил в этом матч-поинте. И тут у нас товарищ TSK Butter Зер, который открывал сегодняшнюю встречу, будет пытаться отставить свою честь команды. Ну, в принципе, не укил, и то ладно. Ну, в смысле, этот размягченный счет. Дроны, дроны, дроны. Мне, кстати, одно время казалось, что тут, как на какой-то карте, можно просто-напросто там двумя зданиями закрыться. Я помню, какая-то была карта такая. Ой, капец, у меня ветер завывает в ушах. Жесть. Так, пошло... 15-я хата. Какие интересные телодвижения. Прикольно только его хэппи вот с этим его вздалбливанием в точку юнита. Так, тут какие-то фиговины тогда есть. Прикольные. Expedition Lost, насколько я помню. Ой, смотрите, батон бедный сдох. Тут же суперграфон, наверное, должны быть какие-то фиговины. Еще один батон сдохший. Короче, ничего-то я ничего не нашел. А вот какие-то тут фиговины. Блин, ну самая крутая это та космическая акула на Cloud Kingdom, это куда как ни крути. Короче, я понял, что нам не хватает. Нам не хватает терна чизера. Алмат не чизит, радикал не чизит.
Надо Терна Чизер, который поп прибегает, ставит, короче, два барака вот тут, потому что, видите, Зерк ни хера не разведал совершенно. И бункерит ему 15-ю хату и все. Ну, смотрите, тут радикал знает, где овер летает. Круто. Сейчас красный лимит будет. Красный лимит. Реактор пошел. Вышел, в смысле, уже. Факт там. Всех на половиночке. Блин, а как туда запускать-то овер-резергом? Сюда он долетает? Куда его запускать-то получается? Так, его убили тут. Он летел по какой-то траектории. Вот так. А, ну он слишком на попутной траектории летел. Надо было сразу сюда лететь. То он обнаглел, конечно. Четыре собаки в этот раз решил ставить дома у себя. Бадр. Блин, такая маленькая карта, я смотрю. Там на мини-карте я смотрю этот supply как бункер по размеру. Жесть. Пошел Steam. Тут почти готов уже мув сам. Короче, Варен в этот раз решил по безопаснее сыграть. Здесь зерка, я так понимаю. Все, эффект кофе заканчивается уже. Деваю немножко, сори. И заказ рачей, короче, просто. Вот с двух баз будет рачами, что фигачить. Здесь 10 рачей как-то слишком многовато для защиты. Ну да, типа он прям в лоб пришел. 4 гиллиона лететь. На 4 псов. Так, они спалят рачей-то, интересно или нет? Что-то не видят рачей они. Еще собаки дотекания. Тут, блин, плохая ситуация у Терана. Тут антибилд для него делает. Не успевает выпрямить. Ой-ой-ой, дверь не закрыл еще. Надо было жертвовать тех СВшек, но закрывать дверь. Ну, 12 армий лимита, из них 2 в этих, ну да. Так, в общем, радикал. Радикалу не понравилось умирать от рачей, он решил джокером. Вот такие дела. Потные терны. Не любит умирать от рашей. Ну там четко прям вообще мимо геликов по рашу бежал. Так бы он бы выиграл, я думаю.
если бы заскаутил заранее. В общем, у нас начинает так, я счет, по-моему, не поправил. Так, счет поправил теперь. А, сверху справа у нас на 2 часах зеленый Керан HTT Radical. Снизу слева на 8 часах TSK BDR. Строчка пошла. Овердрон. И это будет пул 10, походу. Нет, это он просто оверлон сделал. Интересно, интересно. Я, короче, когда играю в командники с зергом, я всегда делаю 2 экстрадронов. Это вообще пушка. Экстрадрон, по-моему, имба. Правда, от зергов этих с пролиги, по-моему, никто не делает экстрадронов. Пошел 15-й хатчере. А также все хорошо начиналось. Ловил там на саплай блока. Представляете, сколько был врачи без саплай блока. О-о-о. Булькает водичка. Какая-то плохая, по-моему. Так, идет на разведку КСМ-ка. Чего же она тут увидит? Она увидит пул из газа. Все другую жопу по сравнению с предыдущими играми. Ну и даже туда не побежит, видимо, хедшер смотреть. Бежит. Бежит Рипер. Овера его увидел. Все, Овера тоже видно. Так, 4 пса опять в заказе. Такие классические, стандартные. Сейчас придется зергу микрить. Так, 2 пса вышло. Убил дрончика одного, правда, пока всего. Звук такой классный, это выстрел мне нравится. Ой, 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 фу, опасно. Я бы затернув не мог, не смог бы. Такая у них потная микро, конечно. Я пробовал, короче, играть чисто маст мариков ТВЗ. Типа думаю, о, сейчас будут не против меня бейлингов делать, да? Я их буду сплитить, как этот потник, и всех победю. А в итоге против меня делают врачей, и марики умирают от врачей. Короче, вот. Вот так кончилась моя карьера Террана. Ой-ой-ой. Микарит тут риперов. Радикал очень плотно. Ужас. Ай-яй-яй-яй. Ой-ой-ой. Ай-яй-яй. Уже тут не убивал, по-моему, очень пролично. Сейчас еще мамку потеряет, походу. Да. Надо подчиниться. Еще 8 собак. Что я квину мамкой назвал? Опять потный микро. Жесть, вот он убивал вообще по жести. Сейчас посмотрим. 406 минералов. 6 это от авердрона.
Так, о, даже, блин, не надо юнитов открывать, чтобы увидеть, сколько дронов. Дронов все равно больше, чем ТСМ-ок. Ничего не дает делать риперами. Это вот расплата такая у Терна за то, что они не делают мув. Вот эти, кстати, вот этот мув, когда он съезжает с этой штуки, мне как-то он не очень нравится. Как-то опасненько. И что-то, блин, хайв. Ой, лейер, в смысле. Так, опять пошел какой-то вот. Развлекалово. Уже с виллионами. Все равно отмигрывает тут риперов. Теряю до сих пор ни одного рипера. Что-то тут жесть, короче. Убирают собаки очень жестко. Без мула собаки это вообще жесть против геликов. Все, наконец появился мув. Опять посмотрим на потери. 100 лимит. Так. Еще банша пролетела. Ну, я так понимаю, он, блин, из этой ситуации так и допушит. Шпиль пошел. Ой-ой-ой. Тут пуш с хелбабами. Ужас какой. Короче, радикал бабахнул, походу, от раша рачами и решил, ну, вас нахер. Жесть. Хеллбабы хороший юнит. Шпиль. Шпиль отменен. Блин, сейчас сдохнет сразу прям. Успеет он прохнуть, интересно. Да. Ну, ну, это не отбивается, как бы, сами понимаете. Хеллбаба хороший нет. Блин, ну это жесть. Как можно было такой юнит сделать? Просто капец. Антизерк юнит. Порка перекапывается. Ну тут еще можно на вхарасе что-то. Ну как бы я не знаю, что тут зерк тупит. Ну как бы видишь, что тут у Терна все хорошо. Две нычки. Беликнай все-таки идет. У зерга причем очень много газа. Очень много газа. Радикал не скаутил. А, не, он проскаутил, что тут один газ есть. Но сделали ему вывод о том, что газа много, а тратил его зерк в никуда. Вот интересно, будет ли такой вывод сделан. Если будет, тогда все хорошо. Если нет, то непонятно. Я помню игры, когда Хэппи убивал по там 60 рабов, а потом проиграл. Так, опять посмотрите, продакшн какой потный у Терана против вот такого скромного узерга. Собаки бегут куда-то. Третье отменять. Беллинги закат заворачиваются. Что-то опасно. Полетел думдропчик. А тут беллинг бас сейчас будет. Так, беллинги. Бабах сейчас будет прям в беллинге, по-моему. Так, остается 8 беллингов. Ой-ой-ой, разменил хорошо. Но там думдроп высаживается. Там его отбивать, по-моему, вообще нечем совершенно. Да, тут вообще полная интеграция. Но тут как бы тоже не очень все хорошо. Беллинги заворачивают прямо на базе уже.
Ну, все равно это отбивать нечем. Все в атаке. Я такой, как я натекание добивается без проблем. А тут... Нифига. Все, счет становится 4-2. Все, всем пока. Заканчивается мой стрим тогда. Вот, так, значит, видимо, тогда то ли в среду, то ли в четверг, то ли в пятницу. Пока что я не понял, когда следующий матч. Потому что плей-оффчик. Фиг поймешь, когда они там его поставят. Вот, но по идее на этой неделе должно быть следующий матч. Вот, а вам всем, кто смотрел, говорил покеда. До новых встреч. Увидимся в следующем раунде.